Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаю проходить игрушку Overlord, первую часть. Если кто не в курсе, короче, откуда я уже прохожу, можете глянуть предыдущие видео. Получается, что вот перед этим видео вот тут я пришел к тому месту, где очень много вот этих вот сектантов в этой цитадели. Мне нужно убить вот этого самого главного главаря. Я нафармил себе, получается, вот зеленых прихвостней. Еще я нафармил бурых, но бурые здесь вызвать нельзя почему-то. Ну и сейчас вот будем пробовать проходить. Прохожу я, повторяю, если кто не в курсе, на максимальном уровне сложности, на ужасе. Да, еще, кстати, я приобрел себе новый доспех, который из прочнее. Вроде как он должен меня больше защищать от дамага. О, прям неплохо. Прям неплохо они убиваются. Так. Ну, давайте. Блин, ну их прям целая куча. Главное, чтобы слишком... Блин. По крайней мере, ты меня немного развлечешь. Надеюсь, ты умеешь держать дистанцию, недотёпа. Ого. Блин. Зараза. Вот чёрт, а. Я, короче, не знаю его атаки. Хотя, смотрите, получается, что я дофигища наношу вот этим вот. Непонятно. Да, господин. Колдун следит за нами. Он всегда следит. Он убил, короче, всех моих миньонов. Но у меня мана не хватит. Блин. Медленный. Повелитель слишком медленный. Кровь и насильственная смерть. Вот отличная Поверить не могу, что я так долго оставался благочестивым и непорочным. Сколько лет прошло впустую? Непонятно. Он куда-то убежал, что ли? Словами не передать, как приятно сбросить оковы морали и забыть о замшелых догмах. О, отлично. Тут могу сейчас призвать прихвостней и пополню свое здоровье. Получается, там так и должно, что ли, быть, что я не до конца убил, но его прям это, хорошо его задамажило вот это мое заклятие, которое улучшенное. Собираем золото, потому что мне нужно будет золото для, короче,
для ковки новых доспехов, которые делают из этого, из прочнее. Так, я вот немного не понял. Я правильно иду или нет? Да, правильно. Опять это два суккуба. Блин, а у меня маны нету. Наверное, буду бить по одной. Буду их брать в ассист. Потому что они вроде этих откидывают, но им особо больно нету. Сначала прибью одну, потом другую. Сам подходить не буду, потому что когда я в прошлый раз к ним подходил, она меня прям сильно что-то дамажила. Да и у меня и маны нету. Так, одну замочил. В смысле, не замочил, а это. Половину здоровья снес одной. И у меня минус два прихвостня. Давайте, бейте ее. Ну, минус два это не так и плохо. Потому что вот... Блин, почему они... Так, есть. Одна готова. Вторая теперь. Так, еще одного прибили. Но это не очень страшно, считай. Убил почти две гарпии, всего лишь минус 6 миньонов. Давайте, мои верные слуги, бейте ее. Блин, еще минус один. Все, сейчас... Сейчас должны уже добить. А ты не промах, оборванец. Но не переоценивай себя. Я куда опытнее. Так. Немного тут помародерствуем. Может, золотишко? Нету? Так, ну... О, здесь тоже можно... Золотишко. О, смотрите, тут появилась вот эта штука, которую нужно будет... Я здесь.
скажите этому жадине, королю гномов, что свадебные подарки я ему не верну. Если не будет свадьбы, так пусть хоть подарки останутся. Это, наверное, этот квест, который... Это Елена. Да. Про непутевую Елену. О, у меня уже 6000. Так. Колдун научил меня, как обрести свободу. Я не позволю неотесанному болвану отнять ее у меня. Неотесанному? Я вообще-то повелитель. Так, я вот не знаю, мне сначала убить вот этих вот, потом... Солдун следит за нас. Он всегда следит. Нет удовольствия полнее, чем удовольствие плоти. Блин, непонятно, они что, рисаются, что ли? Да, господин. Кровь и насильственная смерть. Вот отличная приправа для вечеринки. Назад, назад, назад. Может, я и низко пал, но это было так весело. Блин, их много. Зараза. Вот этот гад. Он портанулся. Сейчас попробуем. Я творил такие подвиги, о которых тебе и не снилось, человечишка. Так, главное, чтобы вот эти вот... Блин. Нужно успевать. Колдун следит за нами. Это зараза. Короче, он портуется, нужно... Нет удовольствия полнее, чем удовольствие плоти. Кровь и насильственная смерть. Вот отличная приправа для вечеринки. Ну, буду убивать его по такой тактике. Все назад. Половинка здоровья снесена у него. Но это было так весело. Давай, сюда иди. Портуйся. Просто смысл убивать его вот этих вот, думаю, нет, потому что они рисаются почему-то. Даже в боли есть своеобразная красота. И даже смерть. Все, сейчас я даже им помогу. Неплохо, неплохо. Я творил такие подвиги, о которых тебе и не снилось, человечишка. Куда он делся-то?
Вон он. Колдун следит за нами. Странно. Он всегда следит. Ну туда я, наверное, не успею. Да. Или успею? А доспехи-то из прочнее рулят. Получается, что урон по мне начал уже поменьше идет. Блин, сейчас вот эти вот его сектанты, если я на него пойду, то они могут на меня сагриться. Вот отличная приправа для вечеринки. Все, осталось чуток. Давай, портуйся. Есть своеобразная красота, и даже в смерти. Отлично. На тебе. Все, блин, сектанты побежали, блин. По задам дали. Есть. Палочка. Там, походу, будет эта непутевая, которая... Ну, не такой уж бомб был это, и сложный. Опачки. Приветствую тебя, незнакомец. Молва не передает всей твоей красоты. Ты привел мне в подарок маленьких эльфиков? Ох, не надо было так тратиться. Впредь дари что-нибудь блестящее и дорогое. А теперь позволь тебя отблагодарить. Вижу, она в порядке. Дальше сама справится. О, она горячая штучка, повелитель. Да! О, Гнарл, ступай в угол. Мне придется сходить и все уладить. Повелитель, увы, в башне может быть только одна госпожа. Пришла корчить из себя заботливую сестру? Опять решила мне праздник испортить. И это в ту минуту, когда я и мой спаситель хотели познакомиться поближе. Сиёны! Сэр Уильям вызвал похотливую демонессу, выпустил чуму в город, а потом и вовсе умер. Понимаю, с чего ты так нервничаешь. Но не вздумай соваться в мои дела. Уильям? Ну, он просто пытался подстроиться под меня. Я уже собиралась его бросить, но он меня запер. А потом пришел ты, мой черный рыцарь. Даже не знаю, кого выбрать. Тогда и я скажу, что смогу усилить красных и зеленых эльфиков. А еще много чего сумею сделать для тебя, дорогой. Если ты перенесешь в наш дом эту кровать. Не слушайте ее. Это было первой ошибкой любого из ее мужчин. Поверните колесо и идемте скорее. Даже не знаю, кого выбрать.
вам стоит знать, господин, что в ваше отсутствие я нашла способ усилить бурых и синих прихвостей. Банальный подкуп, Роза. Я думала, ты побрезгуешь. Бля, можно я возьму и то, и другое? Даже не знаю, не, ну так, по идее... Вы ведь не бросите бедную девушку одну? Еще как брошу. По идее, к повелителю подходит вот это вот, короче. Она тоже такая темная вся в этом. Но непонятно, что она тут делает вот с этим вот сектантом. Вы же видите ее насквозь, господин. А это тоже какая-то командирша, блин. Что-то там ходит, раскомандовался. Вы же видите ее насквозь, господин. Не понимаю, над чем тут можно размышлять. Блин, кого взять, даже не знаю. Повернуть этого, возьму вот этого. Вы же видите ее насквозь, господин. Не понимаю, над чем тут можно размышлять. Блин, а если честно, я уже не помню. Вы ведь не бросите бедную девушку одну здесь. Вот это вот первую, откуда я притащил-то. Ее насквозь, господин. Что-то я не помню уже. Так, ну если следовать логике, то вот это вот... Вы же видите ее насквозь, господин. Хоть она и подходит. Хотя фиг его знает, давайте для прикола возьмем вот это. Если что, потом я выгоню. Не хочу вылезать из кровати. Правильный выбор. Пакуй баулы, сестренка. А я-то думала, что под шлемом у вас голова. Они еще и сестры? Прикольно. Вы можете применить усиленные заклятия к красным и зеленым прихвостям в личных покоях. Ах. Как будет весело, моя радость! Ты, я и несколько беспомощных пленников. Как романтично! Хар! Только своих эльфиков не приводи. Давно пора позаботиться об убранстве, достойном дамы. Поищи для меня хорошенькие вещицы, и ты не пожалеешь о потраченном времени. Так, я не понял, что ты тоже тут командовать начала. Иди там, не знаю, там, иди он пыль протирай там. Так, я тут что вот мешаешься. Я хотел зайти в кузню и сделать себе... И сделать себе кое-что. У меня там вроде уже накопилось 6 тысяч, да? Хоп. Мне нужна кузница. Топор. Меч. Булава. Полезно поработать молотом, хозяин. Отвлечетесь. Острое, тяжелое, сочетающее скорость и силу. Топор. Из прочнее. Стоит 3000. Давайте сейчас сделаю его. Топор из прочнее. Не готовы прыгнуть в пламя ради вас. Так, сейчас посмотрим. Это оружейное. Здесь хранится все ваше оружие и доспехи. Оружие. Топор. Стальной топор. Топор из прочнее. Так, ну что, у меня новый топорчик. Нормально. Который сочетает в себя силу и скорость.
Так. Кузнец мощи! Я вам не указ, мой господин, но пора при... Так, там что-то говорили насчет усиления. А, это статистика, короче, по вот этим. Зеленые наносят противнику огромный урон, если нападают с тыла. Боюсь, из гигиены у них не важно. Зато воришки они первоклассные. Поставьте их охранять территорию. Ведь они почти невидимы. Конечно, пока противник не учует их вонь. Так, ладно. Непонятно как-то потом. Надо будет разбираться. Что там к чему? Так, а у меня там квестик-то. Вот этот в Ангелической цитадели, получается, я сделал, что ли, квест, да? Давайте туда, что ли, еще сгонять, не знаю. Так, да вроде бы нет, тут все нормально. Или может мне надо это? Мое почтение! Вернуться в небесную обитель? Как-то непонятно. Почему? Я слышал, что болезнь отступает. Все. Так. Небесная обитель. Задание властелина стоит преподать до урок ордену немых. Так, а как его преподать-то? Я слышал, что болезнь отступает. Да, как-то непонятно. Вроде вот этого гада я прошел. Почему тогда получается, что я это? Еще какой-то квестик висит на меня. Так, ну ладно. Я, наверное, буду пока что это видео заканчивать. Но потом уже тогда буду додумывать, что тут осталось сделать. Всем спасибо за просмотр. Получается, в этом видео я победил вот этого вот босса. Вот этого какой-то там цитадели. Потом госпожу поменял. Какую-то взял, короче, какую-то такую по стилю подходящую темному лорду. Также выкал себе новый топорчик. Вот он у меня в руке. Все. Если понравилось видео, ставьте пальцы вверх. И всем пока. Продолжение следует.